Привет всем. Итак, в этом видео я расскажу, как отключить цифровую подпись драйвера Windows 8. То есть мне нужно прошить телефон Lenovo. Я попробовал его подключить, и при подсовывании драйверов к неопознанному устройству я увидел вот такую надпись, что файл не содержит цифровой подписи. И Windows 8 не может его установить. Для того, чтобы его установить, нужно перевести Windows 8 в режим, в котором разрешено ставить неподписанные версии драйверов. Вот. Для этого нам нужно зайти с правами администратора в командную строку. Вот. Сейчас прочитаем. Запуск от имени администратора. Вот. Значит. Запуск командной строки с диспетчера задач. Ctrl-Shift-Escape. Вот, значит, запустили диспетчер задач. Запустить новую задачу. Здесь пишем CMD, запустить CMD, и ставим галочку создать задачу с правами администратора. Окей, теперь сюда нужно вставить код, вот такой, вот это. Сейчас я вам покажу, как это вставить. Вот. И нажать Enter. Вот, будет произведена перезагрузка компьютера. Сейчас немножко подождем, компьютер перезагрузится. Вот, выскочила такая менюшка. Здесь нужно выбрать раздел «Диагностика». Здесь нужно выбрать раздел «Дополнительные параметры». Так, здесь нужно выбрать раздел «Параметры загрузки». Вот. И нажать кнопку «Перезагрузить». Ждем. Сейчас компьютер перезагрузится. Вот выскочила такая менюшка «Параметры загрузки». Здесь нужно выбрать пункт 7 «Отключить обязательную проверку подписи драйвера». То есть используйте клавиши с цифрами F1-F7. То есть 7 – это значит, нам нужно нажать клавишу F7. Вот, нажимаем F7. Вот, и у нас компьютер перезагружается уже в режиме, когда будет разрешено установить драйвера, не имеющие подписи, цифровой подписи Windows. Как это дальше, можно это уже использовать в своих целях. Вот, в следующем видео я вам расскажу, как прошить телефон Lenovo P770.